Всем привет! У нас утро раннее. Машина, надеюсь, не сильно мешает. Я собралась в небольшое путешествие, возьму вас с собой, и начнется мое путешествие с поездки на поезде до центра. Поехали! Возможно, кто-то не знает, но в Чехии поезда в пределах города считаются общественным транспортом городским. Поэтому, если у вас есть проездной, то вам не нужно за него платить. Вот и мой вокзал. Вот здесь у нас главный вход. Я обычно иду по этой тропинке. Эта тропинка идет сразу к перронам. Но мы еще посмотрим расписание с вами. Заходим на вокзал. Будем смотреть расписание. Там выход к перронам, то нам еще пойдем. Сейчас надо заглянуть сюда. Сюда. И повернуться на дверь. Вот расписание отъезда. Вот мне нужно на главный вокзал. Второй наступ. Перрон номер 2. Ну, пойдем. Я пришла на свой перрон. Здесь никого нет. В Прагу никто не едет. Зато вот из Праги валят люди. Вон тоже сидят, ждут поезда. Куда-то поедут путешествовать, наверное, тоже. А я одна. Тут никого нету. Очень странно для Чехии. Поезд приехал раньше, чем назначено, и он отправился. Почему-то не стал ждать времени, когда он действительно должен был приехать и уехать. Так что я рада, что я пришла с утра. Я уже приехала на главный ЖД вокзал. Почему я ехала на поезде? Потому что на поезде мне до сюда добираться 7 минут, а на метро с пересадкой минут, наверное, 20 выйдет. Тем более сейчас тоже транспорт ходит нерегулярно, потому что выходной. Поэтому можно пришлось бы, скорее всего, еще ждать. Пожалуй, я подожду, пока люди рассосутся чуть-чуть, и тоже пойду вниз. У меня времени теперь много. Я приехала на 20 минут раньше. Солнышко светит. Приключения начинаются. Такое у нас красивое здание старого ЖД вокзала. А мне нужно сейчас пересесть на автобус. Надо подождать 15 минут и поехать. Мы приехали на ферму с альпаками. И нас сейчас вот здесь вот будут угощать чаем, кофе, говорят, какими-то сладостями. Вот и наши альпаки. И хорошенькие. Привет! Привет, черненький! Ничего такого у него, яичко. Яичко. Боится. Полин, иди сюда. Такие смешные. Такие милахи. Этих вообще полностью подстригли. Красавицы. Нас тут угощают печенюшками, кексиком и кофе. Здесь детские площадки. Там еще столики. Здесь вот можно купить еще носочки из овечки и из альпаки. Какие-нибудь такие вот игрушечки. Миленькие. Okay, sure. Шапочки. 90%. Все. С первым мы закончили. Сейчас поедем на другую локацию. А пока что идем
к нашему автобусу. Так вот выглядит здание, где живут хозяева альпак. Скоро это все обновят, фасад будет красота. Следующая цель нашей поездки – это виноградники. Сейчас пойдем дегустировать вино. Так вот выглядит современный виноградник. Винодельня. Смотрите, какое интересное кресло я нашла. Он сделан из пробки. Можно сесть, отдохнуть. Ну что за красота? Смотрите, какой виноград. Прям такая охота его сорвать. Это вот эти вот часы. А вот тут вот, наш столик, где мы с девчонками сидим. Ради этого вида мы приехали на этот мост красивый. Мы уже идем по мосту. Здесь такая смотровая площадка. Люди смотрят, стоят. И нам вот сейчас туда, вон, к тем святым вратам каменным. Эта лестница, мне кажется, мало кто вообще замечает, потому что все туристы проходят мимо и не видят, что она здесь есть. Очень красивое место. Сейчас все в зелени. Очень атмосферно. Не будь я такой боякой, как я есть, я бы, наверное, вот на этот уступчик бы забралась. Такая же дорожка протоптанная. Народная тропа, но я пойду по, так сказать, почти асфальтированной дорожке. Большинство людей пошли в платную часть, я решила здесь погуляться рядышком. Но люди уже идут. Думала, буду здесь одна, а нет. И всегда кто-то где-то ходит. Все равно мне этот район очень нравится. Я здесь уже была пару раз. Вид на реку. Смотровую площадку, к сожалению, до сих пор еще не забетонировали. Так что одна из смотровых площадок до сих пор недоступна. Ну, погуляем здесь. Все мои девчонки куда-то убежали, поэтому будем гулять в одиночестве пока что. Тут тоже по бездорожью пошел там гулять, на скалы залазить. Девчоночки из нашей группки уже возвращаются, а я только иду на поиски приключений и впечатлений. Ага, там есть все-таки дорожка. Если тут сократить, ничего страшного, давайте сокращать. Вот заборчик, перелазим. Оп. Все, мы нарушители теперь.
Но так как тут рядышком есть нормальная дорожка, я думаю, ничего страшного. Нас тут сегодня запугали, что немцы очень любят всякие штрафы. Надеюсь, не обойдется все. Смотрите, какая красота. Красота, красота. Вот на той далекой смотровой площадке мы были. Смотрите, какая здесь высота. Очень, очень высоко. Ну все, наше приключение заканчивается. Возвращаемся в Прагу. Идем монтировать видео. Всем хорошего дня. Thank you.